28 апреля в Одессе в терминале 42 состоится концерт группы «Паблик Драма». Творческий путь трио из Одессы начался в 2013 году. За это время коллективу удалось завоевать сердца слушателей не только в Одессе, но и во всей Украине. Основным направлением является украинская поэзия и авангардная музыка. Вдохновленные украинской поэзией 20-21 столетий, музыканты придумали свой собственный жанр – импрессионистическое инди. В композициях присутствуют джазовые нотки и элементы поп-рока. «Паблик Драма» – это экспериментальный проект трех музыкантов – Марии Тимощук, Анастасии Бойченко и Николая Поплавского. Мы существуем уже 3 года, и, собственно, нас объединила любовь к музыке. Встретились мы с Анастасией Бойченко в университете, учились вместе на факультете журналистики. Там принимали участие в студенческой самодеятельности. И так родилась идея создавать собственную авторскую музыку. Наш стиль – это синтез разнообразных стилей. То есть это немножко и поп-рок, и джаз, и академическая манера. Мы стараемся всегда экспериментировать с ритмами, с мелодиями. Мы выступали во многих арт-клубах Одессы, таких как «Шкаф», «Выход», «Мур Мюзик Клаб». Также мы любим выступать на фестивалях и разнообразных благотворительных акциях. В прошлом году мы ездили на «Альфа-джаз-фест», на уличную сцену, и в этом году мы тоже планируем поехать на «Альфа-джаз» и на другие фестивали Украины. Свои репетиции ребята проводят в обычной квартире. Репетиции проходят очень интересно. У нас реп-точка находится в квартире, то есть мы надоедаем всем соседям, нашим родителям, близким, своими песнями репетируем вот по домам, скажем так, в квартирной обстановке, и вообще нам квартирники очень нравится такая обстановка. Вот. А как создаются песни? Они создаются совместно, каждый из нас привносит какую-то частичку. Среди поэтов, на чьи стихи были написаны песни, Иван Драч, Майк Йогансон, Василий Стус, Юрий Издрик и представители молодых украинских поэтических кругов. По версии СМИ, «Паблик Драма» входит в список 5 коллективов города с самой необычной музыкой. В этом году ребята записали свой первый собственный клип 4-5. Але завтра спокійно встану, так як завжди, без жодних змін. І в життя, як безшурний танок, увійду до нічних годин. «28 апреля в терминале 42 в Одессе состоится большой отчетный концерт коллектива. Подробную информацию можно получить в соцсетях на официальных страничках группы «Паблик Драма». Я надеюсь, что вот на нашем концерте в терминале 28 апреля в 19.00 будет также много зрителей. Это довольно большая площадка. Приходите на концерт в терминал 42 в пятницу 28 апреля.